хорош, ты чё, блядь? Давай, езжай. Езжай дальше. Придурок! Ты знаки смотри! Знаки смотри! Знаки смотри! Ты что, офигел или что? Знаки смотри! О, все! Куда ты, блядь? Смотри, придурок! Ты знаки смотри! Знаки смотри! Знаки смотри! Ты что, офигел или что? Знаки смотри! О, все! Ты что? А тебе мало, что ли, по обочине едешь? Ебанат, едешь прямо. Я вот и едь прямо, нахуй. Я еду по магистрали. Ты же пришла? Ты что делаешь? Да, давай регистрируйся, давай. Если что, меня тоже зарегистрируй. Я приеду скоро. Ну, давай, я тебе позвоню. Едь спокойно. Ты слышишь? Нет. Да, Саша, блин, что начинается-то? Охуевший. Пускай едет, ты все. Пусть едет. Саша, блин, ну нахера ты так делаешь, а? Нахуя вы так, сука, делаете, а? Уроды! Ну, посмотри, что делают, ну. Красный свет горит, ну, охренеть, блядь, уже совсем, ну. Боже мой, а. Посмотри, это вообще, это борзота, блядь, вообще. К этому-то, ну? И это тоже, посмотри. Блядь, а? Ты ну посмотри, ты смотри, ну. Он стукнул тебя уже, да? Он стукнул, да. Сука, а? Так ездит здесь. Ну, посмотри, что делает, блядь. Звони в ментуру, ну. Звони в ментуру, ну. А как я буду? Он же не отстанет. Как я буду звонить? Посмотри, что он делает, ну. Посмотри. Ну, это бандит какой-то. Звони в полицию. В полицию звони, не выходи, говорю. В полицию звони. Взрослая женщина. А как не стыдно так ехать, а? Что ты мне пальцы выставляешь? Опусти окно, скажи нормально, блядь. Что, ребенок, что ли? Я не ребенок.
Звони в полицию. Я не буду звонить в полицию. Пусть они уйдут. Это же бандиты. Звони в полицию. Ты хочешь, чтобы они тебя убили? В полицию звони. Я не буду звонить. Звони сам. Ну так давай телефон тогда. Ну. А это бандиты. Вылетаешь-то, ебать. Ты успел свернуть? Ты что, ебанутый, ты вылетел направо, в третий ряд, нахуй, ебать. Давай права сюда. Ничего не знаю. Давай права, говорю, сюда, сука. Ты что, ебать, что ли? Поворотник-то не судьба. Поворотник-то не судьба включить, да, наверное? Что? Поворотник. Ты нахуй, слышишь, что, блядь? Что пидор, блядь? Охуешь, что ли, блядь? До свидания. И вам тоже хорошего дня. Ты что, не смотришь, куда ты едешь? Ты что, поотрезаешь, банашка, блядь? Нахуя ты делаешь такое, блядь? Права только где? Что, только что ты мне сказал. Я тебе в рот выебу, гондонка! Ты нахуй там меня подрезала, блядь? Ты смотришь в зеркала, блядь, вообще? Нахуй ты получила права, блядь? Аз ты ездить не умеешь! Нахуя ты делаешь такое? Успокоился, прорался. Долбоёбка, блядь! Если бы ваши клиенты узнали, что даже в кризис ваша компания не стоит на месте, продолжает работать и развиваться.
телефон в Москве 995-2555, код города 495, и этот же номер для ваших звонялок. А сайт разводач.ру для письменных приветов, которые вы, пожалуйста, не забывайте подписывать. Хотя бы так. Тайные поклонницы сегодня очень просят передать привет Павленко Саше и Клименко Сереге из 9 цеха. Пожелайте удачного дня и поздравьте с праздником. Днем Таркова. Еще один повод для радости. Главное, успеть его разглядеть вовремя, тогда не только день будет отличным, все лето будет хорошо, там будет ради удачи. Я требую перемирия в начале программы сегодня. Это удачный час, мы начинаем с этого.